Момент настал! Рябосенок, поросенок все это время подвергался к всяким рейдам, его били, его унижали, теперь он выживает на Вивернии. Месть близка. Ау! Я не знаю, что это было. Короче, ребят, всем привет, с вами Рибас. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Ark Survival, гребаный Evolve. И у нас жесткие лаги, потому что, видать, где-то тут база прогружается. Так, ну что ж, наше великое выживание на Виверне. Кстати, у нас очень много разных записок. Давайте почитаем заметка. Ну что, брат, вот мы снова встретились. Вах, слушай, добро пожаловать в наш альянс. Честно говоря, я и не думал, что ты к нам заглянешь и снова повторишь ту же ситуацию, что и на центре. Вот, держи от меня. Короче, вот, держи от меня. Так, дальше. Вот, держи от меня небольшой подарочек. Кожа, хитин, тухлое мясо, факел. Рима с ночи не снимай. Скины на очки Дина. Все ресы я добывал сам. И помни, большой Вася следит за тобой. Федор. Боже мой, Федор опять пришел ко мне. Нет, помогите. Ави. Чё-чё? Протектор Римас. Протектатор, да, Римас, да, он хотел сказать. Авиапротектор Римас. Так, ну что ж, друзья, чем мы будем заниматься? Будем вылавливать бомжей, поджигать их задницы и выкидывать их вот в эти болота. Короче говоря, будем всем мстить за то, что меня рейдили. Помните, я вам говорил, что я не буду рассказывать, кто меня рейдил? Вот сейчас я их, этих чуваков буду искать, если, конечно, они здесь есть. На сервере я еще не проверял, не общался ни с кем не переписывался. Да, наша виверна просто обалденно. Кстати, у нас ночь, что ли? Нет, у нас утро, 6 утра. Прекрасно, как раз, а то, блин. Римас, ночью не снимай. Блин, смотрите, какие красивые тут джунгли, а? Да, сегодня у нас будет чисто по летушке. Многие просили, вот вам, 4-я или 5-я серия. Римас выживает на виверне. Кстати, здесь очень хорошие места, но они, правда, опасные. А сюда я приземляться не буду, так как здесь мои друзья есть, которые... каких-то... Ну, как его, крокодил-то тут называется, я уже забыл, как он называется. В общем, он жесткий. Вот под водой плывет, смотрите, видите? Это просто полное сейчас. Да, они меня просто могут забрать, выкинуть к херам из седла, ну, и все, и сожрать, увезти куда-нибудь далеко. Да, нам еще, кстати, надо пополнить воду. Ну, а что так? ФПС хороший, обалденно. Ладно, погнали искать. Ух ты, да, тут у нас какая-то прогрузка. Видать, какая-то база прогружается. Сейчас посмотрим, что это такое. Да, и нам надо виверночку, наверное, свою покормить. Нет, у нее есть очень много разного мяса. Короче, моя база на виверне. У меня нет базы, у меня нет строения. Мне вот подарили виверну. И я на виверне выживаю. Вот так вот. А моя задача сейчас как можно быстрее прокачаться. Мне надо найти сначала хищников, потому что вот этих вот убивать... Мы, во-первых, будем очень долго. Во-вторых, кстати, там турельки, да, какие-то, смотрите. Тут уже какая-то база есть. Нам надо, кстати, найти какого-нибудь бомжа и пожарить его. Поджарить. Вот хочу, знаете, как-то вот побеспредельничать немного охота. Ну, бомжей это, в принципе, можно жарить. Это здесь же у нас в Акханале. Мне же тоже жарили все это время. Ребята, надо же как-то все забирать обратно. Так, давайте стамину восстановим. Рекс. Рекс идет. Пошла мазута. Вот Рекса я с удовольствием сожру. Он, кстати, какого уровня, я не знаю. Я не вижу, какого он уровня. Ой, как хорошо. 130 уровня, господа. 130 уровня Рекс. Так. Че ты? Меня сожрать хочешь? Нет? Я тебе не советую. Меня трогают, у меня виверна. Так, один. Два. Два уровня мы с вами уже вкачали. Я вчера, кстати, ночью тоже полетал немного. Попрокачался. Римасенок какой жесткий, а? Так, давайте вот этого поджарим тоже. Ух, как хорошо он жарится прям, а? 55 уровня. Дальше. Так, кстати, Дила. Нельзя трогать Дила. Ух, нифига, он две какашки сразу, смотрите, ребята. Два в одном. Притоми, кенгуру. Так, вот этого тоже поджарим. Чипуль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, уходим. Они по мне сейчас будут наносить ошеломляющий удар. Именно по мне, а не по виверне.
Так, тут у нас какая-то постройка заряжена, смотрите. Постройка тут у нас заряжена. Здесь у нас нет пушек. Ладно, сваливаем. Давайте поменяем локацию. Местоположение. Посмотрим, что у нас здесь. Где все вообще? Надо пообщаться со всеми, да? Всем привет. Ремачонок в сети. Поросенок. Так. Здорово, Римас. О, у меня уже тут многие знают. Откуда они меня все знают? Как вы думаете? Так, там чувак какой-то, смотри. Плати налог. Налог будешь платить? Здорово. Здорово. Здорово, Самир. О, да, откуда вы все знаете? Здорово, здорово. Что делаете? Да я вот только тут появился, тут первый день. А, что, помочь чем-нибудь? Да, блин, вроде нет. Там справляюсь. Давай кожу дам. Держи. Кожа херова туча. Ух ты, ё-моё. Держи кожу. Унесешь? Унесу. Вот. Неси. Чё, как сервак? Не зависает, не лагает? Я вообще-то прикольно хотел зарядить кого-нибудь. Ну, блин. Раз уж ты меня знаешь, ладно, не буду рейдить никого. Да я вот решил хоть от армы чуть-чуть отдохнуть, блин. А чё там в арме-то? Да уже, да чё-то надоедает уже. Понятно. Ну ладно, полетел. Да чё, никто не обижает? Скажи только, блин, охота кого-нибудь, да знаешь, зарядит просто. Хорошо. Блин, прям вот я не знаю, вот после всех этих унижений, которые я подвергался все эти дни, вот охота кого-нибудь прям взять и сожрать. Ладно, давай, удачи. Ладно, давай, удачи. Ху-ху. Так, ладно, ребят, в общем, здесь у нас знакомые все, знакомые, никого не трогаем, ничего не это, помогаем, помогаем, конечно же, помогаем. Вот база какая-то заряжена, походу, да, она заряжена, база. Тут уже к бабке не ходи. Вау. Кто-то у меня хотел что-то украсть. Вот так. Огненная виверна. Блин, какая же она классная, а? Вы посмотрите, ребята. Выживание на огненной виверне. Просто жесть. Чипуль. Вот так вот, сделай скриншот. Так, ладно, поехали дальше. Нам здесь делать нечего. Дальше, дальше. Нам надо, знаете, рейксов искать. Вот таких вот хищников, чтобы их сносить, убивать. И прочее. Блин, как же классно на виверне кататься. Просто, знаешь, вот, я не знаю. Просто. Где бомжи? Где бомжи? Бомжи вы где, мать вашу, которые меня рейдили? А где тот чувак, который писал «я в домике», а? Вот мне бы интересно его найти. Брат, лети к базе, мы собираемся. Блин, там на босса надо собраться. Че, ребят, показать вам босса? Мы сейчас собираемся на босса пойти вместе. Как раз я немного подкачаю свой уровень. Я не знаю, я смогу вообще туда пройти. Я на босс никогда не ходил. Вот здесь вот, в этой карте. Ну давайте, ладно, сейчас долетим. Как я долечу до базы, сразу возобновим запись. Да, и будет уж еще и босс у нас. А, ну хорошо, давай тогда сделаем так. Я пойду качаться. Ну, если я не успею, вы без меня убивайте босса. Потом, если что, в следующий раз еще пойдем. Можно титанозавра найти, просто убить. Ну или так. Короче, я пойду качаться, летать. Давай тогда. Короче, давай. Ребят, мне дали скин, мне надо прокачать определенный уровень, чтобы... Блин, как это классно выглядит, смотрите. Обалденно просто. Пойду бомжи поубиваю, пойду покачаюсь, и после этого, может быть, в следующих сериях мы что-то сделаем. Так, это кто там летает, я чуть не понял. Это Дикий летает? Я с Диким не хочу драться. Я не хочу просирать свой этот... Блин, какой туман жесткий, смотрите. Просто жесткий. Короче, сегодня у нас серия будет только по прокачке. Ничего лишнего. Ну и, конечно же, бомжей тоже. Если что, поубиваем. Если, конечно, я найду тех бомжей, которые меня рейдили. Бомжи, вот прям. Бомжи, бомжа рейдили. Вот таких вот я с удовольствием. Просто, знаете, вот прям как вишенка на тортике буду их жрать. Так. Здесь у нас вода, вода, вода. Ничего такого интересного нет. Да, и как раз посмотрим карту. Мы так ее толком-то и не посмотрели. Я так... Помните, в первой серии я там
полетал в локалки, показал вам, что вот есть такая карта, там есть какие-то интересные места. Но, к сожалению, карта еще не до конца проработана. Здесь есть еще и пустыни, которые вот-вот скоро будет готова. Блин, какой же красивый вид, смотрите, ребята. Обалденно. Вот это жесть. Так, здесь у нас гора какая. О! Носорог! Вот от нас. Ну, в принципе, носорог тоже. Я не знаю, сможем ли мы. Да, и нам здесь холодно. Да ладно, у нас еще от носорога прокачка происходит. Вот это гребаная жесть. Так, мне кажется, нам надо стамину, вернее, это до 40 сделать, да? Я не буду его лутать, он мне не нужен. У меня есть виверда. Во! А этот чувак что, будет чем-то? Ой, у меня там кошак остался. Сейчас он меня, походу, так напугает, что жесть будет. Тихо-тихо, спокойно. Там главное, чтобы меня не напугал. 20 уровня. Так, и еще волк. Блин, здесь хорошее место. Кстати. Либо у меня глюк, либо вы не заметили, мне кажется, разработчики перерисовали снег. Наконец. Помните, я недавно говорил про это дело. Кошек, кстати, тоже переделали. Неужели они недавно это сделали? Жарим, 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 картошку варим. Блин, как волк-то не убивается. 135 уровня. И мы поднимаем очередной уровень. Да ладно. Да таким темпом можем быстро прокачаться, по идее. Какого уровня я уже? Я уже 27 уровня. Вот так вот. А все это время ходил, бомжевал. Ты просто посмотри. Кстати, скелетный скин, мне кажется, надо убрать, потому что как-то не этот. Неэффектно выглядит, какой-то худощавый. Непонятный. Ой, у меня хитерочек отложился, да? Да, у меня, кстати, ХП падало, но сейчас уже не падает. Потому что я вкачал себе, собственно говоря, нужный уровень, нужный навык. Стойкость к жаре и к холоду. Ну-ка, если снять скин. Короче, пишите в комментарии, оставить скин, либо снять его. Вот у нас получается без скина. Ух! Огнище! Огнище просто. Так, ладно, пойдемте, пойдемте. Качать, качаться, 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 качаться. О! Кабанчик! Поросенок! Куик-куик-куик-куик-куик-куик. Что-то я не попал, что ли? Это он что, сейчас пердел, что ли, или что? Он, походу, пердел. Так, ладно, погнали дальше. Во-во-во-во. Я не прочь мамонта убить. Садись. Во, мамонт-то какой свирепый, а. Сто сорокового уровня. Какие-то тут хай-левелные все. Чувачки. Так, вот он, еще один мамонт. И тут у нас еще какое-то строение. Так, и там я вижу карнотавра. Там кабанчики тоже. Они, смотрите, они стаями просто херачат. Это кабанчики, да? Это, походу, кабанчики. Зачем, Серега? Вот так вот. Так, давайте этого карнотавра херанем. Так, волки, 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 волки. Вот волков надо убивать тоже. Меняем позицию. Ух, какой же нудный разворот у этого чувака. Поджарили? Да, мы его поджарили. Что-то я завис. А, все, отвис.
Ой, как хорошо. А, вот он сзади меня, да? Меняем позицию. Меняем свою дислокацию. Поджарили? Нет, не поджарили. Отлично. О, еще один пришел, смотрите. Сменщик его пришел, ребята. Не, волки, кстати, они очень хорошо пробивают-то. Нормально так. Ребятюли, хорошо работают. Так. Один. Два. Итого у нас получается сколько? 29 уровня. Вот-вот еще и будет 40-й, потом 80. Блин, мне надо до 80 уровня на своей виверне прокачаться, реально. Мне кажется, это будет самый топовый вариант вообще. Кто на чем любит качаться? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот мне интересно узнать. Я вот, например, на виверне не прочь. Вот на Рексе, кстати, можно очень хорошо тоже прокачаться. Ну, Рекс опасненько. На виверне ты можешь взлететь, и все, и тебе никто ничего не сделает. А Рекс, ты уже все. Если ты прошлепал какой-нибудь момент, то все. Ты потерял своего рексенка, хитеренка. Так. Там мост какой-то происходит. О, вот эту толпу можно раскусить. Жарим, жарим, жарим. Нифига себе, что они... А что они мне делают-то? Жесть. А они пердят так или что? Это что за эффект, ребята? Я еще не дошел до этого момента. Фух. Жестяк. Вот она, еще одна стая волков. Оленя, смотрите, загнали. И его съели. Блин, а опыт-то классно капает. Что я могу сказать? Обалденно капает опыт. Да, нам надо перекусить. У нас уже пища заканчивается, да? Благо, у нас пища есть. Подожди, а, я его кормлю. А, нет, я сюда ставлю, да. Чипуль, 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 чипуль. Так, нам надо еще пищу загрузить. Сейчас мы посмотрим, где, а, вернее, этот, воду набрать. Сейчас мы, ребята, опа, ёпта, там виверна. Там дикая виверна. Я с ней не хочу связываться, потому что это просто убийственный вариант. Нельзя ее убивать, нельзя ее вообще агрессировать, трогать. Так, нам надо еще питомец. Питомца еще улучшить. Ну что ему, наверное, хп дадим, да? Не, хп 10 тысяч у него, в принципе, хорошо. Вот урон 499%. Почти 400%, господа. Вот это гребаная жесть. Это что за строение такие интересные? А мне показалось, какой-то курган, как прям в Скайриме. Смотрите, тут уже кто-то рядом построился. Фундаменты построил. Блин, я не прочь сюда базу поставить-то, интересно. Что будет, если я сюда... Сейчас вот этот уберу, снесу. Чтобы они меня не сожрали. Зачистим все это дело вот так вот, на всякий случай. Я боюсь выходить, но все-таки нам надо рискнуть. Чей этот фундамент? Близнецы. Нужно валить, короче, отсюда. Меня уже траванули. Минус. Да, надо, короче, близнецов херачить. Но виверна, конечно, она ничего не сможет сделать в плане этого. Но вот здесь вот, блин, обалденная база. Надо запомнить это место. Прийти сюда с сишками и расхерачить эту базу. Короче, 20 на 50 примерно так. 21, 22 на 50. Да, либо сюда загнать гигантозавра, и он просто захерачит. Смотрите, тут у нас и колодец. И все есть. Обалденное место. А, здесь можно построить загон для виверны и для нескольких животных. Все. Вуаля. Блин, обалденное место. Надо запомнить. Просто обалденно. Смотрите, какой вид у нас еще снизу. Невероятно просто. Правда, здесь опасно. Здесь тоже есть виверны всякие. Ну, я имею в виду дикие. Которые будут атаковать нашу базу и прочее, да? А вот этот мост тоже можно благоустроить.
посмотрите, ребят, просто реально здесь... Здесь можно построить обалденную базу, пока она свободна. Надо ресурсы добывать, короче. Хорошее место. Очень даже хорошее место. О, нефтекачку кто-то поставил. Мы здесь можем нефть скоммуниздить. Нефтяную вышку кто-то поставил, смотрите. Сейчас посмотрим, чья это нефтяная вышка. На, нашего союзника. Да ладно. Чипуль забрал нефть и сюда притащил. Отлично. Моя база, это моя база. Виверна, это моя база, ребята. Просто бери базу и все. Там красный луч, блин, красный луч я не смогу взять. Поднять. Вроде он не... Это наши, да? Да, это наши. Если были бы не наши, я бы сейчас трупаком был бы. И все. Ах, блин. Как это круто. Как круто, когда ты играешь на максимальных уровнях графики. Я не хвастаюсь ни в коем случае, ребят. Потому что я очень долго страдал. Я к этому шел. Я всегда старался копить. Я копил эти гребаные деньги, знаете сколько? Больше, чем полгода. Я их копил. Помимо моих расходов, которые... Ну, я же квартиру купил. Почти, можно сказать... 50% оплатил, 50% оплачиваю. Беспроцентный, правда, кредит. Беспроцентный. У нас в Казахстане есть такое. И помимо моих расходов ежемесячных, да, помимо вот там нажрать же надо тоже, и все это, я всегда, всегда откладываю деньги там, чтобы усовершенствовать мое железо, чтобы картинку, которую я передаю своим подписчикам в моих прохождениях, была просто, я не знаю, вот эта картинка была самой качественной из всех. Чтобы было приятно смотреть на это. Ну, практически это так. Осталось процессор еще обновить. И все. Вот здесь, кстати, места очень красивые тоже. Здесь кто-то фундамент, фундаментейшн построил. Так, раптора надо убить и сюда приземлиться. Так. Я даже не успел ничего сделать. Так, вот еще раптор. О, тут чувак. Ой, чувак, извини, я тебя не видел. Ты живой там? Сейчас зачищу, подожди. Отойди, отойди, отойди. Ну, что ты делаешь, я же добиваю. Все, 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 все. Здорово. Привет. Да, ты что тут делаешь? Я говорю, что пытаюсь уплыть, цветочка зарейдили. Тебя цветочка зарейдили? Убили. А кто тебя зарядил? Я не понял. Три точки тебя зарядили? Ты меня слышишь? А, блин, три точки это тот альянс, в котором я нахожусь. А за что они тебя так зарядили? Чувака, зарядили мой альянс. Альянс, походу, агрессивный. Ну, я ничего не могу сделать. Кстати, там альфа-раптор в этом... А, зарядили тебя добровольцы. Ну, понятно. Это, короче, одно и то же. Смотри, там альфа-раптор и альфа-карна. Осторожно. Блин, не знаю, убью я этого альфа-раптора или нет. Слушайте, мы можем, в принципе, попытаться его убить. Может, попытаться? Сам поросенок. Ладно, давай, пойду попробую альфа-раптора убить. Так, ну чувака жалко, а что теперь? Это PvP сервер, ребят, мне тоже могут зарейдить. А, в принципе, мог. Меня и так рейдили все это время. Сейчас попытаемся убить альфача. Ну, иди отсюда. Так, альфача, альфача, альфача. Пытаемся убить альфача, господа. Поджарим его. Не, не попали. Не попали. Слушайте, альфач хорошо бьет, зараза. Он сейчас будет убегать, когда мы его будем добивать. Так, меняем позицию. Меняем позицию, меняем позицию. Сейчас мы этот... Ах ж твою ж мать. Ладно, бей. Бей, 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 бей.
А, альфач, по идее, красный. Сейчас я могла не просрать свою виверну. А, альфача убили. Альфача убили. Прекрасно. А че он так, так быстро сдох-то? А как Локи посмотреть? Там еще второй альфач есть. Есть. Сейчас попытаемся еще альфа-карна убить. Так. Угу, половину опыта почти мы подняли. Ладно, давайте свой тогда опыт. Ранг поднимем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да уйди, чат, я не вижу ничего. 9. Фух. Вот это гребаная жесть. Так, альфа-карна, альфа-карна. Нам надо бы еще воды выпить. Или попытаться сначала альфа-карна убить. Какого ты уровня, братан? Ты, вивер... ты на виверну не это, да? Какого он уровня? Восемьдесят пятого уровня. Не знаю, смогу я, нет? Поехали. Надо оставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, еще рапторы пришли. Эй, будет больно. Я застрял. Ну, карна тоже вроде бы в крови весь. Не знаю, сможем, затащим или не затащим. Альфа карна убить. Навряд ли мы его убьем. Меняем позицию. Ёб твою. Нет, 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 сейчас мы умрем. Давай, 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 давай. Ядри твою налево. Фух. Фух. Я сейчас потеряю. Да блин, гребаный баг. Нет. Я просрал. Я все просрал, ребята. Я все просрал, я все просрал, я все просрал. Может притомить его? Нет, 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 не надо, не надо. Фух. Дали, дали обезьяне, ёпта, гранату, и она не смогла воспользоваться ей. Это лучшая серия всех времен. Все. Я просто тупо застрял. Я не знаю, как делать. Я застрял, не смог взлететь. Понимаете, ребята? Он как-то в меня вселился. Я не смог взлетел. Ух, меня бомбит. Как так? О, уже кто-то пишет. Что за баги? Я не знаю, что за баги. Я не знаю, что это такое. Походу, кто-то уже пальнул, либо у них там какие-то эти... Жесть. Просто все просрал. Ставь лайк, если ты хотел, чтобы Римас просрал свою виверну. Ой, блин, гребаная жесть. Это просто гребаная жесть. Короче, просрал все свои вещи, все скины, все нажито, которое мне подарили, все просрал. Я хотел уже, я с самого начала понял, что что-то не так. Я пытаюсь взлететь, я не могу взлететь. Ладно, пойду админу писать, что он мне выдал виверну. Компенсацию, шучу. Компенсации не дают здесь, не переживайте. А, купил, все, просрал, все, элемент игры. Ну, пойду просить, короче, моих ребят еще одну виверну, что мне дали. Да, да, да. Либо пойду куплю себе новую виверну. И сделаю, как будто ничего не бывало. Да, кстати, можно купить себе новую виверну, и все будет чики-поки. Ладно, ребят, всем удачи, я вам желаю хорошего, прекрасного настроения от такого прохождения. Когда просрал все, полностью всю свою базу, тебя сожрал. Я не знаю, это просто гребаная жесть. Всем удачи. Дуй сюда, Карл. Братан. Меня альфа.
шикарно убил. И... Римас племя. Не, Альянс. Подожди. Да что ты будешь делать? Я поменял раскладку, теперь не помню, куда я Альянс поставил. Локально это получается Insert. А, во! Home, Альянс. Нет, та же раскладка. Альфа меня убил. Кстати, у вас бывает такой баг? Ну, я, у меня был такой раньше, но я думал, уже его исправились. Ладно, будем ждать, что они там напишут. Сейчас, наверное, угорают, в ТСК сидят. Гребаная жесть. Ладно, пойду, короче, этот, заказывать в магазине себе новую виверну, а то уже как-то неудобно будет, если мне еще... Я не буду принимать, я пойду лучше в магазине куплю виверну. Да, ребята, кстати, ссылка на наш сервер в описании видео, все дела, туда-сюда, обратно и тому подобное. Надо было лететь. У меня тоже такая ситуация была. Федор пишет, говорит, Альфа-Карна убил виверну. Так, давай еще дам. Не, не надо. Ладно, ребят, всем удачи. Я вам желаю прекрасного настроения, Карл. Гребаная жесть.